Помоги нам, Господи, помоги нам отстать от всех человеческих учений, помоги нам получить это сораспятие. Мы без Тебя не можем ничего, мы никто и ничто, Господи. Прости нам за нашу гордыню, прости за то, что мы думаем, что мы что-то знаем, что-нибудь, а мы ничего не знаем, потому что только Дух Святый даст нам знания. Только Дух Святый наставит нас всякую истину. А мы ходим человеческими учениями, мы ходим человеческой позицией. Господи, прости нас. Прости нас, Господи, и помоги нам освободиться от всего человеческого. Помоги нам, Господи, иметь эту любовь, которую Ты имеешь к нам. Ты сказал, 1 Иоанна 5:1, если вы любите родившего, то вы любите рожденного от Него. Помоги нам любить всех. Помоги нам любить братьев любой деноминации, самой какой ни есть никакой. Но если там принимают Иисуса Христа Сыном Божьим, что они братья. Это первое, что Ты нам сказал, чтобы мы переступили через это, переступили через все барьеры, через все гордыни, чтобы мы переступили через барьеры нашего разума и приняли всех с любовью Христовую, как братьев через исповедание веры Иисуса Христа Сыном Божьим. Что они приняли семя, потому что Иисус и есть семя Отца. Потому что Иисус – это воплощенный Бог, это семя Бога. И всякий, кто принимает Иисуса Христа Сыном Божьим, в том пребывает это семя. И дальше работает Бог Духом Святым с этим семенем. Не надо никого больше учить. Нам даны апостолы, учителя, евангелисты, пророки, доколе все придем в единство веры, в возраст полный Христовый. То есть учиться надо доколе, до определенного момента, доколе, когда семя не сядет в твоем сердце. Но когда семя уже есть в твоем сердце, учись у Иисуса Христа. Мы все свидетели Иисуса, но мы свидетели не доктрины, мы свидетели Его как семени, как Спасителя. А дальше учит Господь. Дальше учит Господь. Господь Духом Святым наставит на всякую истину. Никакой человек не наставит на истину. Никакая книга, никакая организация. Только Дух Святый наставит на всякую истину. И так, чтобы не получилось, чтобы мы всю жизнь учились и так и не смогли достигнуть познания истины, так и не получили дерзновение в вере, так и не открылось это дерзновение в Господу Иисусу Христу, как 1 Иоанна 2:28. Итак, дети, пребывайте в Нем, дабы нам иметь дерзновение к Нему в день суда. Помоги нам, Господи. Сотвори нам сердце чистое и духом правым обнови внутри нас. Сердце новое дай нам. Дай нам это духовное сердце, чтобы мы думали Твоими мыслями, чтобы мы говорили Твоими словами, чтобы мы ходили Твоими путями, чтобы мы были овцы, которые слышат голос Твой и идут за Тобой. Чтобы мы шли за Тобой и за Твоим голосом, не за учениями человеческими. Господи, помоги нам во имя Иисуса Христа. Аминь.